Пешеходов в северной части города ждут временные неудобства. А все потому, что в Соликамске начался плановый ремонт дорог и тротуаров. Началось все на улице Северная. Жалобы на этот тротуар поступали давно. В дождь здесь можно было чуть ли не на лодке проплывать, а девушки на каблуках могли запросто подвернуть ногу. К концу лета более 1 километра тротуара по улице Северной должны отвечать требованию дорожного ГОСТа. Разумеется, это не все дорожные работы. В 2019 году запланировано отремонтировать больше 21 километра автомобильных дорог. Это автомобильные дороги непосредственно прямо в городе у нас, это и межпоселковые дороги, и внутрипоселковые дороги. Межпоселковые, внутрипоселковые дороги в основном они ремонтируются переходного типа, то есть в щебне. А самые, так скажем, главные дороги города покроют, как обычно, асфальтом. Затронет асфальтоукладчик участки дорог по улице Энергетиков, Уральской, Матросова, 20-летие Победы. Некоторые дороги будут ремонтироваться вместе с тротуарами, сообщает в управлении капитального строительства. До 15 сентября все ремонтные работы должны быть завершены. Ну, у нас еще проводятся аукционы. В принципе, да, подрядчики... Пока подрядчики те, которые уже работали у нас. Отметим, в Соликамске также проводится и ямочный ремонт дорог. На каких улицах он проводится, расскажем в наших следующих сюжетах. Ну а если вы считаете, что есть дороги, где ремонт жизненно необходим, пишите нам в социальных сетях. Евгения Константинова, Максим Перелыгин, телекомпания «Соль ТВ».